не знає. Ви чувствуєте інтригу? Тільки 7 чоловік в залі знають тайну сьогоднішнього вечора. Ми теж спішимо знати, хто вже став. Самим главним містером ЄТЕТ-2012. А тепер ми приглашаємо всіх наших учасників. Встречаємо! А в общем-то все молодцы. А сейчас спросим у главного хозяина этого праздника. Дед Мороз, ты где, мы справились? Да, Стив, команда агентов прошла хорошую подготовку. Они справились с этим заданием. И не важно, кто победит и станет главным агентом. Самое главное, вы команда, вы коллектив. Ты молодец. Это заслуга не моя. На эту сцену я хотела пригласить руководителя конкурса «Мисс и мистер ЕТЭТ», организатора отборочного конкурса «Краса России» Евгения Гуляева. Привет всем! Каждый раз я выхожу на эту сцену, и я думаю, что говорить. И сегодня, вернее, вчера я прописал речь на листочке. И сейчас я буду по пунктам, я немножко отвлекусь, да, от церемонии награждения. Итак, я бы хотел огромное спасибо сказать всем, я каждый год говорю, кто приходит сюда, за то, что вы пришли, посмотрели, порадовались. Сегодня было такое уютное новогоднее шоу. То есть мы немножко повторили прошлого года, так скажем. Я хочу первый раз сказать, что у меня такой коллектив. Аплодируйте им, пожалуйста. Это... Во-первых, они у меня все спортсмены. У меня нет ни одного курящего парня в этом году. Это тоже аплодисменты. Огромное спасибо оргкомитету и администрации техникума, что есть такие мероприятия в техникуме, что они держат свою традицию, они проходят, и что без них никуда. Огромное спасибо Андрею Перемикину, который занимается видеоконтентом нашего конкурса. Спасибо Татьяне Андреевне Киселевой и Диане Мурадяну, потому что вы держите. И я бы хотел рассказать еще куда, о чем. У нас есть жюри, член жюри такой, как Наталья Гизатуллина, я бы хотел его пригласить на сцену. Которого я нашел именно на этой сцене. Вы не поверите, 5 лет назад она выиграла, нет, она участвовала в конкурсе «Мисс ЕТЭТ», потом она следующий год она его выиграла. Мы нашли друг друга, мы сейчас поддерживаем друг друга. И вот для нас ЕТЭТ – это не просто учебное заведение, для нас это родной дом. И вы сделали правильный выбор, что вы пришли сюда учиться. Это я говорю будущим студентам, будущим выпускникам этого торгово-экономического оборудования. Наталья тоже давай. Ну, на самом деле, это неожиданный поворот событий, что меня пригласили на сцену. Я вот сейчас выходила, поднималась по ступенькам, а сама думала, ой, блин, какой же родной, как я давно сюда не поднималась. Я действительно очень счастлива здесь присутствовать сегодня. Спасибо тебе большое, что ты меня пригласил. И, ну, действительно, присоединяюсь к словам. Естественно, техникум — это наш второй дом. Я говорила это уже раз 500, и еще 500 повторю. Я очень счастлива, я безумно благодарна ребятам. Они подарили сегодня, вот лично мне, я думаю, что и всем зрителям, такой заряд позитива. Вот действительно, вы мне сегодня, на самом деле, я только сегодня поняла, что через 10 дней Новый год. Вот правда. До меня только сейчас, наверное, дошло это. Ну и, естественно, вы все молодцы, вы все достойны победы, каждый из вас. Вы супер! Спасибо!
Мы еще с членами жюри пообщаемся, да? Ну что ж, приступаем к церемонии награждения. На сцену приглашается спонсор конкурса «Мистер Етерн 2012» модный бутик города «Kings of Wear» в лице Дениса Юрьевича Ляхова. Ждем вас! Добрый вечер, уже вечер, а не день. Приветствую всех на этом конкурсе, замечательный конкурс, я отойду стороночку немножко. Замечательные участники, отличные ребята, очень порадовал, что все спортсмены, потому что сам не курю, не пью, и это очень здорово, ребят, молодцы. У меня нагорел вопрос такой, всем известно, наверняка, да, всем известно, что означает слово «мистер». Ну, должно быть известно. Если кто не знает, мистер, я так почитал немножко в Яндексе. Мистер, подготовился, мистер, в англоязычных странах зовут так, уважительно обращаются к мужчине. Так вот, внимание, вопрос. Вопрос всем участникам. Кто такой мужчина? Я бы хотел, чтобы все ответили, я думаю, вас все поддержат. И кто будет интересно? Я мужчина с таким человеком, большим, здоровым и таким защитником, как-то так. Я считаю, мужчина — это сильный, полный, рабочий качество. Я считаю, что мужчина — это тот, ну, скажем, человек мужского рода, который умеет принимать какие-то рассудительные поступки, скажем, проявлять какие-то, которые характерны именно мужчине. Это что-то такое рассудительное и... Про мужчину. Мужчина — это тот человек, не то, что внешне, а внутри. Чем он стремится, кого он в душе любит, что он хочет. От него все зависит. Я считаю, что мужчина — это человек мужского пола, который может доказать, что он мужчина, а не просто человек мужского пола. В понимании мужчина — это какой-то кошелек для каждой девушки. Ну как, искренне мужчина — это глава семьи. Ну да, он принимает самые мудрые решения в семье. Он сильно может защитить семью. Ну, голова, так что сказать. Мне кажется, что мужчина — это воплощение всех сильных качеств в этом человеке. Вот это мужчина. Спасибо. Вообще мужчина издавна, если вам известно из истории, мужчина в мирное время — это охотник, а в войну — это бой. Так вот, дорогие мужчины, дорогие ребята, дорогие друзья, я желаю вам быть всегда настоящими мужчинами, настоящими мужиками. И в мирное время быть хорошими охотниками. Охотник в наше время — это достойный человек, который может найти себе, работать и, конечно, защищать наших женщин, которые есть настоящие какие-то хранительницы очага. Будьте мужиками. Спасибо. Хочу вручить настоящим мужчинам сертификаты от нашего бутика.
Итак, сертификат на сумму 1000 рублей вручается Аббасову Камралову. Сертификат на сумму 500 рублей вручается Досманову Кириллу. Сертификат на сумму 500 рублей вручается Юртаеву Максиму. Сертификат на сумму 500 рублей вручается Никитину Никите. Сертификат на сумму 500 рублей вручается Никитину Денису. Денис Юрьевич, не уходите, мы просим вас задержаться. Так как другие спонсоры, к сожалению, не смогли быть сегодня с нами, мы просим вручить подарки от них именно вас. Ресторан доставки еды «Вертикаль». Подарочный сертификат на покупку продукции ресторана доставки еды «Вертикаль» на сумму 500 рублей вручается участнику конкурса «Мистер ЕД-2012» Досманову Артему. А также участнику конкурса «Мистер ЕД-2012» Вьюхину Макару. Магазин... Магазин «Домашний текстиль». Подарок от магазина «Домашний текстиль» вручается Аббасову Камрану. Также Досманову Кириллу. И Одинаеву Максиму. Подарочный сертификат на посещение 8 занятий в студии танца Street Dance вручается Юртаеву Максиму. Юхину Макару. И Одинаеву Максиму. Подарочный сертификат от планеты Боулинг на 1000 рублей вручается Никитину Денису. Также подарочный сертификат на 500 рублей вручается Никитину Никите и Досману Артему. Независимый молодежный журнал «Будь в контакте» и информационно-развлекательный портал student96.ru. Карта постоянного клиента Student Club вручается всем участникам конкурса. Спасибо всем нашим спонсорам. На сцену я приглашаю замдиректора техникума по учебной работе Наталью Дмитриевну Павлову. Большое спасибо организаторам, Евгении, прежде всего, конечно, вам, участникам, за тот позитив, за тот праздник, за то настроение. И хочу сказать, еще такого не было, чтобы жюри в течение 5, ну максимум 10 минут делились, в общем-то, с победителем и распределили все номинации. Еще раз спасибо. Ну и, конечно, хочется пожелать стать настоящими охотниками за успехом и, конечно, самоуверенностью. Итак, победителями в номинации «Мистер обаяние» становится интрига. Всем известное слово. Становится Юхин Макар.
восторг. Такая же нация, как у меня, кстати. Не могу не похвастаться. Да, Евгений? Итак, кто же это? Итак, мистер Восторг, Никитин Никита. Вице-мистер, сейчас очень ответственное третье место. Итак, кто же это? Первый вице-мистер становится... Никитин Денис. Внимание! Все замерли в ожидании. А для вручения кубка Мистер ИТ 2012 я бы хотел пригласить Мистер ИТ 2010 Максима Багаева, потому что Мистер ИТ 2011 служит в армии. Победитель награждает победителя, это всегда очень приятно. Победителем конкурса «Мистер ЕТЭТ 2012» становится... Наша крупная
уважение, но тем не менее. Так хочется уже в первую минуту услышать пару слов от мистера ЕТЭК 2012. Я, конечно, не ожидал этого, и я очень рад. Спасибо большое Жене Гуляеву, что он потратил столько времени на наши репетиции и сделал это шоу. Спасибо за то, что вы все голосовали за меня. Спасибо всем, кто болел за меня. Спасибо отдельной моей группе. Есть настоящие мужчины, и мы закрываем этот праздничный вечер и говорим вам до новых встреч.